Вот продолжает работать. Тут уже часть скосили лопатами. Вот. Вот Андрей начал активно работать тоже. Молодец. И в севе потрудился, да? Ну как тебе работа в севе? Тяжелая, да? Ну а как ты хотел? Это не Он наоборот говорит, я сильный, что тяжелая. А, он. Понятно. Это сева, я сильный, да? Понятно. Мне еще требуется переводчик, пока я еще не понимаю, что он говорит. Рассказывает, какой он молодец, тяжелая потаскал. Ну как, сам себя, говорит, не похвалишь, кто еще будет хвалить? О, бежит. Бегут девчата тоже. Знаете, значит, трудится. Дальше закидывайся, уже посмотрите, валяется на это. Я бэбэ! Ездра улыбается. Ездра, он на веселе всегда. А у него все, жадость. Липучки. Липучки? Так ты их потом оттуда достанешь, нет? Липучки-то. Все, бегом. Давай, вперед. Вперед, мамы. Вперед, мамы, давай. Все. Эй, давай, либо вперед, либо... Нет, сбоку не надо. Давай, помогай, толкай ее. Держись. Ну подходите, смотрите, чем тут занят у вас рабочий класс. Надо брать только за корень, он легче тащится. Да, репей, иначе он срубит вон с этим. Постарше тоже, брат. А, в чистом они, да? А у репейника есть цветочки? У репейника? Да. Есть. Синенькие цветочки такие у них. А почему розовые? Ну, розовые. Вот тут вот цветочки, а потом колючка появляется. Да, колючка. Но она уже там есть, уже начинает. Смотри, колючка. Все, слава богу за все.